Пешеходы Шымкента третий год испытывают неудобства в районе рынка Жанашахар. Сначала подрядная организация ТО «Казнур Констракшн» установила по обе стороны дороги ограждения. Жители все это время вынуждены ходить по проезжей части дороги. К этой неприглядной и опасной картине теперь добавился и жуткий запах. Недостроенный надземный переход превратился в общественный туалет. Пусть быстрее заканчивают это строительство. Вон здесь невыносимое, как в отхожем месте. Если не могут завершить начатое, пусть закопают и откроют дорогу. Первый проект пришелся не по душе градоначальнику. Переход был неудобен для людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. В результате строительство было заморожено на полгода. Ответственные лица все это время вносили корректировки в проект, который был составлен еще в 2014 году. Эскалатор енгізілді проекттің ішіне. Изначально не было предусмотрено эскалатора. Сейчас он появился. Лестничный марш расширен на 1 метр. По идее, строительство сейчас должно вестись полным ходом, но на деле все обстоит иначе. На объекте сегодня трудится человек 10-15. Так неужели грандиозным планам не суждено сбыться? И надземный переход тоже перейдет в разряд долгостроя. Городские власти заявляют однозначно, до конца года шымкентцы убедятся в обратном. Кстати, строительство перехода обойдется городской казне в 216 миллионов тенге.